Огонь и вода. Выпуск 7. Популярный телесериал 70-х годов прошлого века «Калифорнийская воздушная полиция» показывал жизнь полицейских вертолетов. Знаешь, кто был звездой сериала? Рейнджер «Сверкающий винт». Правда, это было до того, как он возглавил пожарную команду. Молодой мачо Ник Лопасть Лопес заслужил свое прозвище благодаря фирменному трюку – росписи в петле. Это под силу только ему. Роудс Грётер, также известный как Роуди, был ворчливым сержантом в сериале. Какой из этих кадров соответствует оригиналу? Покажи его. Молодец! Ник Лопасть Лопес и Рейнджер Сверкающий Винт на рекламном постере сериала. Найди фрагменты на картинке и перемести их. Так держать! Это Зет Штрудель. Он знает, как сохранить свой ценный груз с пончиками свежим. Найди 4 отличия между картинками. Превосходно! Прочитай комикс о приключениях пожарной команды в зимних горах. Что не так на картинке? Покажи. Динамит, как всегда, очень строгая. Покажи ее на картинке. Похоже, ребята в беде. Перемести фрагменты на правильные места. Отметь того, кого нет на картинке. Экспресс сбрасывает парашютистов в парк. У каждого члена команды своя цель. Посчитай цветные мишени и определи, сколько раз высаживался каждый пожарный. Перетащи цифры на правильные места. Так держать! Мару любит порядок во всем. Он тщательно раскладывает винты и гайки. Дополни каждый ряд недостающими деталями. Перетащи винты и гайки на правильные места. Здорово!
Заплатка внимательно наблюдает за движением на взлетной полосе с вышки. Она ничего не пропустит. А ты такой же внимательный? Найди имя заплатка в таблице. Одно по горизонтали, два по вертикали и одно по диагонали. Так держать! Беспилотные летательные аппараты называют беспилотниками или дронами. Они представляют собой летающих роботов, которые обходятся без водителей. Управление ими осуществляется дистанционно, а также они могут летать по запрограммированным маршрутам самостоятельно. Мультикоптер. Эти летательные аппараты используются главным образом для аэрофото- и видеосъемки. Они оснащены посадочным шасси и камерой. Global Hawk. Миссия этого исследовательского самолета — собирать сведения о нашей планете и ее климате с помощью специальных инструментов. А знаешь ли ты что? Беспилотники претендуют на роль почтальонов будущего. Они могут доставить посылку уже через полчаса после онлайн-покупки. Lockheed Martin X-56A. На этом беспилотном самолете испытывают новые технологии. Например, он попробовал летать с суперлегкими и тонкими крыльями, которые скоро будут использовать для обычных самолетов. Перетащи мультикоптеры к их дистанционным пультам. Обрати внимание на указанные направления и положение рычагов. Да ты просто все знаешь! Прочти небольшой комикс. Модификация. Раскрась Рипслингера по образцу. Фрэнк координирует воздушное движение. Чтобы узнать порядок приземления этих самолетов, пройди по схеме, следуя за стрелками. Меняй направление в центре квадратов. Супер! Узнай имя героя, играющего на аккордеоне. Клавиши каких цветов встречаются по одному разу? Последовательно перетащи буквы, стоящие под ними, в пустые клетки и прочти имя. Здорово! Китайские фонарики – воспоминания о китайском этапе всемирного ралли. Перетащи их на квадраты от большего к меньшему. Отлично! Сделай фигурки для пальчиковых игр, следуя инструкции. Тебе понадобятся ножницы с закругленными кончиками, цветной или прозрачный скотч. Чтобы распечатать необходимые детали, сохрани их на компьютер. Нажми на кнопку «Сохранить детали для печати»,
а затем распечатай файл на принтере. Вырезай очень осторожно. Если что-то не получается, попроси помощи у взрослых. Хочешь выполнить все задания заново? Нажми на кнопку «Начать сначала». Еще больше историй о любимых самолетах в следующих выпусках журналов.